Я считаю, что, во-первых, Россия, она страна, где люди верят, и поэтому есть какие-то тенденции, которые в Европе, да, там пускают, и свадьба, понимаете, о чем я. Я считаю, что это правильно, такого не должно быть. И тоже в Африке, откуда я, тоже наш президент сказал, только не через Камерун. Я считаю, что так и должен быть, чтобы дети знали, что есть папа-мама, а не папа-папа или мама-мама, да. И я считаю, что, как вы говорите, типа публичный дом, да, там, пусть будет, но пусть это будет легально, как за границу делать, да, там, знаешь, это там не как недавно, это было везде, да, на Тверской, там, на Ленинградской и так далее. Поэтому я считаю, что и это должен быть легально, контроль врач и так далее, да, чтобы, ну, кто хочет, тяжелее не скажет человек не идти туда, но чтобы, когда он идет туда, чтобы он знал, что все безопасность и так далее. Но я считаю, что то, что позиция, которую Россия берет про эти тенденции, я имею в виду, да, там, свадьбы и так далее, это правильно. Нельзя. Мы верующие люди.